Сотрудники МВД и ФСБ задержали в Хасавюрте 20-летнего местного жителя. При личном досмотре у молодого человека была обнаружена посылка, в которой находилась бутылка с неизвестным содержанием, массой 214 граммов. Экспертиза показала, что вещество является производным наркотиком N-метилэфедрон. По факту возбуждено уголовное дело. Вы за что задержаны сотрудниками? Я пошел на почту, заказал из города Омск наркотические средства «Скорость». Когда получил посылку, вышел с почты, меня задержали. Покупал наркотические средства для личного потребления, для личного хранения. А какой вес был? 100 миллиграмм. Для чего вы приобрели этот наркотик? Для личного потребления. А как долго вы употребляете его? 2-3 года. У кого я заказывал, он думал, что я буду работать на него. И за это на полном доверии, без рубля денег, он мне отправил посылку. Но не говорил, как изготовить и так далее, пока я сам не получу посылку, пока я не сфотографирую посылку, не отправлю ему, что я получил посылку. Как только я получу посылку и скину ему фотографию, он должен был мне скинуть инструкцию. Сам инструкцию и как готовить, я ее не знаю. И первый раз в жизни я получил эту вещь по почте или вообще так, в жидком виде, я первый раз увидел соль. В дальнейшем, раньше и до этого я никогда так не получал, не брал, не покупал. Это первый раз у меня вот так.